фон Хирола, город, в котором я живу уже 18 лет. Так уже получилось. Куда бы мы ни переезжали, то есть где бы мы ни снимали квартиру, все они находились рядышком с этим городом или в самом городе. Это центральная площадь, это главная церковь. Сейчас немножко вечер. Закончили работать и решили встретиться с девочками в кафе, просто поговорить, поделиться впечатлениями, да, что происходит, у кого как. Ну, должно же быть такое место. А еще оказалось, что у Натальи сегодня день рождения, а я думала, что завтра. Ну, раз уж так сложилось, раз уж мы собрались, в смысле созвонились, будем начинать отмечать. До субботы далеко, но начинаем сегодня. День рождения же сегодня. Все просто умерли, и никого нет. Ой. Не буду. Ну что, куда пошли? Пойдем? Ну пойдем туда, там постоим, там я тебя освободит. А здесь везде такой везде. Ну пойдем. Давай. Пасха же еще, Ксюша. А, Пасху. Попробуй. Блин, это я не знаю, как установить, это мы типа меню. Это мы типа меню заказываем. Okay, picture. Send to Steve. Сделай фотку и Стиву отправь. 62 человека мне на Фейсбуке понравилось. Сколько? 62 человека на Фейсбуке. Капец, просто нереально. Ну, с днем рождения, да, ну, тоже с днем рождения. Это просто видео. Хорошо. Давай заказать быстрее. Я думаю, хамон закажу, пиментус. С рыбой такой внутри. Ой, класс. И это сама. И овощи. Что еще? Овощи. Овощи. Да, хочешь овощи? Давай. Лоустов. Да, да. И нет, и... А потом посмотрим. Да, да. Кабаеро. Вот такой вот у нас получился небольшой ужин. Вино я уже не фотографирую. То есть овощи на гриле, перчики с бакалау, немного сыра. И прекрасный вечер среды заканчивается великолепно. Вот такой небольшой обзор по тому, как мы начали справлять день рождения в субботу. Мы начали в среду, потому что нельзя не отметить праздник. А вот это кафе Колон, видите, это перед входом стоит такая старинная типа фотография. А мы в нем немножечко зависли. Вот оно, это кафе, можно посмотреть. И мы потихонечку, спокойно возвращаемся к своим машинам.
Если вам понравилось видео, если вам нравятся эти темы, я жду комментариев, да, под видео, там, о чем снимать, потому что, ну, интересно, правда, жизнь, наверное, человека в другой стране, она особенная. Жду комментарий, ну, не забывайте ставить лайки, смотрите это видео до конца. Да, с вами была Оксана Майкова из Испании. Пока-пока! А мы возвращаемся домой. Зайн, Новый год. Они отмечают, когда весна наступает, когда вот это вот. Ну давай. Ну давай, Хармса, Хармса. А ты вот так, Наташ, китайский, китайский. Нет, вот так, китайский, вот это, да. Вот так заканчивается. Как это называется? Туса. Фото. Недоразумение. Вот так начинается день рождения, который будет в субботу. Сегодня среда. Ну а поцелуйте, а поцелуйте в засос. Вау! Девчонки! Тамана! Что это?